Допросили свидетелей. Слушания по уголовному делу об убийстве пугачевского десантника Руслана Маржанова продолжаются в Саратовском областном суде. На скамье подсудимых трое молодых людей – братья Назировы и Руслан Хайдаев. По версии следствия, именно они подстрекали несовершеннолетнего Али Назирова на драку с десантником. Напомним, ранее пугачевский суд признал Назирова виновным в убийстве Маржанова и назначил ему 9,5 лет заключения. В зале суда выслушали свидетелей со стороны защиты и обвинения, двое из которых давали свои показания в специализированной тайной комнате. В интересах свидетелей им были изменены имена и тембр голоса. По словам адвоката Хамзата Назирова, его подопечный свою вину в предъявленном ему обвинении не признает. Исходя из обвинительного заключения, умысел у подсудимых совместно с Али Назировым возник заранее, до этой драки. И, по мнению стороны гособвинения, они пытались убить Маржанова в ходе этой драки. Но эта версия, с моей точки зрения, абсолютно несостоятельна. И в ходе судебного следствия мы постараемся это доказать.